Всем салют! Рады видеть вас на канале SoundMag. За последние 5 лет я делал обзоры практически всех наушников KZ. KZ — это сокращение от Knowledge Zenith. Насколько я помню, это были бюджетные, хорошо собранные внутриканальные наушники. Сегодня в руках KZ ZS10 — гибридные 5-драйверные наушники. Это лучшее, что я тестировал из всех ушей китайского производителя. За подобные 5-драйверные внутриканалки именитые производители смело поставили бы ценник несколько сотен долларов. А находчивые китайцы, во-первых, научились круто делать свою продукцию, а во-вторых, правильно ведут ценообразовательную политику. KZ ZS10 в зависимости от региона в розницу продаются от 50 долларов. Продаются в компактной белой картонной коробке. Комплектация аскетична. Наушники, съемный кабель и 3 пары силиконовых амбушюр. Собственно, все. Чехла или кейса для транспортировки я не обнаружил. На амбушюры нанесены специальные насечки, видимо, для более надежной посадки в ушах. Чашки ZS10 довольно крупные, при этом в ушах лежат, не вызывает дискомфорта. При прослушивании пассивная шумоизоляция, на мой взгляд, 6 из 10. Слушать музыку, гуляя по шумным улицам Киева, мне в них комфортно. Если брать во внимание цену ZS10, то выглядят они куда дороже. Наушники продаются в разных цветовых оттенках, при этом корпус прозрачный. Можно рассмотреть, как устроены гибридные наушники в общем и понять для себя, что такое арматура. Здесь же можно увидеть микросхему кроссовера. На внутренней стороне чашек 3 отверстия, такие себе микровоздухоотводы. К сборке у меня претензий никаких, собраны из порядочных материалов, детали идеально подогнаны. Научились китайцы делать вещи, и это не секрет. В комплекте идет съемный кабель с 2-пиновым коннектором. В отзывах народ выражал свое недовольство комплектным проводом, но весомых доводов не приводят. На самом деле кабель добротный, без микрофонного эффекта, не запутывается. Также есть версия с гарнитурой, но я сторонник обычного кабеля. Возможно, кого-то может смутить только его цвет. Если у вас в коллекции свой любимый кабель, всегда есть возможность его поставить. Те же KZ, например, отдельно продают свои фирменные посеребренные кабели. Но сейчас не об этом. На что способны один динамический и 4 арматурных излучателя вместе? Я специально слушал их с телефона, с макбука, с плеера. Пришел к выводу, что несмотря на свою 5-драйверность и заявку быть аудиофильскими, они вполне себе отыгрывают даже со смартфона. Смартфоны, конечно, бывают разные. Я по пути в Карпаты в поезде кайфанул от последнего альбома Mac Miller, проигрывая именно с телефона. Альбом до этого несколько раз слушал на колонках дома, но не проникся. В наушниках картина полностью раскрылась, задуманные автором моменты были легко досягаемы. Порой казалось, что каждая песня у Мака хит, что редко бывает в современной музыке. Выбранная концепция аудиовещания отличается плотным акцентированным басом, который к тому же отыгрывается объемно и текстурно. Средние частоты информативны, отчасти сглажены. Высокие детально, мелодичны, без лишней резкости. Воображаемая сцена получилась средней по глубине и ширине, но при этом угнетающего ощущения зажатости не наблюдается. Наушники качественно собраны из добротных материалов. В комплекте нет ничего лишнего, если брать во внимание бюджетную цену. Дизайн придется ко двору даже привередливым пользователям, тем более на выбор несколько цветовых оттенков. Спустя пару часов прослушивания музыки, наушники в ушах о себе уже не напоминают. Рекомендую их тем, кто созрели сделать шаг выше по аудиофильской лестнице и стать продвинутым слушателям. Послушать и купить оригинальные KZ можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве и Днепре. Остерегайтесь подделок. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и слушайте правильную музыку.